a season of restoration. Тема называется «Время поклонения». Я верю, что вскоре на Земле произойдет одно из величайших пробуждений, но ему будет предшествовать волна поклонения. Хотя сатана знает не все, он понимает, что Бог к чему-то готовится, и поэтому он хочет остановить наше поклонение Богу. Поклонение привлекает Бога. Поклонение создает атмосферу небес на земле. Мы говорим о вине Святого Духа. Поэтому если вы любите Иисуса, то давайте разозлим дьявола. Вы можете подняться на ноги и воздать Богу свою самую громкую хвалу. Ведь я рад видеть всех людей в Йоханнесбурге. Вам не видно, но у меня тут мониторы, и на них есть Блумфонтейн. Блумфонтейн Норд. И сейчас я предлагаю и вам прославить Господа. Бытие, 22 глава, прочту с 1 по 18 стих. «И было после сих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему: Авраам. Он сказал: вот я. Бог сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе. Авраам встал рано утром, он не стал ждать, чтобы не передумать. Он встал рано утром, думаю, он даже не спал той ночью, оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих, Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. И сказал Авраам отрокам своим: останьтесь вы здесь, а я и сын мой пойдем туда и поклонимся и вернемся к вам. Скажите: поклонимся. Авраам понимает, что жертва — это наивысший акт поклонения. Об этом мы поговорим с вами сегодня. Он не напуган и не уверен в том, что несет будущее, потому что у него есть отношения с Богом, и он поклонник. «И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака, сына своего». Исаак — это прообраз Иисуса. «Взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: «Отец мой». Тот отвечал: «Вот я, сын мой». В следующий раз, когда кто-то позовет меня по имени, я отвечу: «Вот я». Так говорили в то время, и так Бог сказал Аврааму. Он сказал: «Вот я, говори со мной». «Вот я, сын мой». Он сказал: «Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?» Авраам ответил: «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой». Именно это мы отмечали в прошлое воскресенье. Мы отмечали смерть, погребение и воскресение Иисуса Христа. Благодаря Иисусу мы спасены, и благодаря Его жертве мы имеем будущее и надежду. Если вы согласны с этим и любите Иисуса, то можете воздать Ему хвалу. Это собрание все изменит. Если вы сейчас у телевизора, то вскакивайте со своих диванов и начинайте прославлять Иисуса еще громче и еще сильнее, потому что это безумие наконец-то закончилось. Аллилуйя! «И пришли на место, о котором сказал ему Бог, и устроил там Авраам жертвенник». Подчеркните это. «Разложил дрова и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень, ангел с большой буквы, это всегда Иисус, возвал к нему с неба и сказал: Авраам. Он сказал: вот я. А представляете, если бы им овладели эмоции, и он не услышал Иисуса? Ангел сказал: не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня.
«И возвел Авраам очи свои и увидел, и вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо Исаака, сына своего». То же самое произошло на Голгофе. Бог принес Иисуса вместо нас. Поэтому мы не можем перестать славить Бога и благодарить Его за Его любовь к нам. И поэтому мы не позволим никакому правительству указывать нам, можем ли мы поклоняться или нет. Аминь. Мы будем славить Бога и поклоняться Ему. Мы будем радикальными в этом и увидим пробуждение в ЮАР во имя Иисуса. «И нарек Авраам имя месту всему Иегова Ира». Или Бог усмотрит, Бог обеспечит. Посему и ныне говорится на горе Иегова усмотрится. А гора — это место поклонения. Бог желает многое открыть своим людям, но у них нет тех близких отношений, когда они слышат Бога и повинуются Его прямым инструкциям. Напоминаю, что это не религия, а отношения. Это общение один на один, это причастие. Мы служим Богу не через святых, не через епископа, посредника или наших предков. Мы поклоняемся Богу через Иисуса Христа, который заплатил наивысшую цену, чтобы мы имели доступ к Божьему престолу благодати. И вторично возвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал: «Мною клянусь, — говорит Господь, — что так, как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня, то я, благословляя, благословлю тебя, и умножая, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих». То есть все, что сатана запланировал, выйдет ему боком. Никакое оружие, сделанное против вас, не навредит вам. Все, что было нацелено, чтобы причинить вам вред, Бог превратит во благо для вас, как Он сделал это для Иосифа. У меня сегодня такая яркая рубашка, что вы можете называть меня пастор Иосиф, пожалуй. Итак, благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался голоса моего. Недавно я молился, и Дух Святой сказал мне, что сатана хочет украсть у Бога поклонение. Возможно, вы думаете: «Пастор, Богу ничего не нужно». Вы правы. Бог самодостаточный. Бог великий, я есть. У Него нет ни начала, ни конца, и Он не сидит сегодня на престоле, как бедствующий. Но мы были созданы Богом и для Бога. И внутри нас заложена потребность поклоняться. Вот почему каждый человек чему-то поклоняется. Кто-то деревянному столбу, кто-то луне и звездам, кто-то науке, а кто-то какому-то своему божеству. Мы живем в эпоху гуманизма, когда человек старается вести себя как спаситель других людей. Человек может быть богом этого мира, но никакой ученый, даже Билл Гейтс, не может ничего распылять в стратосфере, чтобы остановить глобальное потепление. Они не смогут спасти эту планету. 2000 лет назад Бог послал сюда Спасителя. Его имя Иисус Христос, и Он по-прежнему заслуживает всей хвалы и поклонения. Мы по-прежнему должны превозносить Его имя. Нам нужно превозносить Его выше ковида, выше трудностей, выше боли, выше бед и выше неудач. Мы должны превозносить имя Иисуса, потому что нет другого имени под небом, которым нам надлежало бы спастись. Никакое правительство не спасет вас, и никакая политическая партия. Есть только один Спаситель, один посредник между Богом и людьми, и это Иисус Христос. И хотя мы благодарим Бога за власти, ученых и молимся за них, у нас есть более важное обязательство — поклоняться нашему Богу. Даже когда Павел и Сила были в тюрьме, они поклонялись. Некоторые из вас сейчас сидят дома, и вы боитесь ходить в церковь. Я вас понимаю. Но вам лучше поторопиться. Если вы вскоре не вернетесь в церковь, то кто-то займет ваше место. Люди изголодались, и они уже наелись обмана от дьявола. Они хотят вернуться в Дом Божий и пережить встречу с Богом. Кто-то здесь устал от мертвой религии,
Есть такие, кто желает вернуться во дворы живого Бога и славить Бога с другими христианами? Кто из вас желает быть громче любого шума в этом мире? А, дети Божьи, мы были созданы Богом для поклонения. Если мы не поклоняемся, то становимся дисфункциональными. Во время этого локдауна мы увидели больше безумия, чем когда-либо, больше проблем в семье. Проблем с эмоциями, подростковых самоубийств и подростковых беременностей. Такое ощущение, что люди, и я имею в виду людей не из мира, а тех, кто раньше ходил в церковь, такое ощущение, что многие из них сошли с ума. А почему? Потому что Бог заложил в нас потребность поклоняться. Не нужно сидеть в углу, сосать палец и пытаться интеллектом осмыслить свои переживания в христианстве. Одно из проявлений поклонения — это жертвоприношение. И сегодня я хотел бы поговорить об этом, потому что многих людей слово «жертва» сбивает с толку. Мы говорим не о тех жертвах, которые могут спасти вас. Такая жертва только одна, и это Иисус Христос. Я не об этом, а о жертвах послушания. Жертва — это то, что вам чего-то стоит, и она необходима в любых двусторонних отношениях. Подумайте о своих детях, вы постоянно идете ради них на жертвы. Вам приходится рано вставать. Вот недавно общался с одной мамой, она просыпается в 5 утра, чтобы покормить своего 17-летнего ребенка в кроватке. Я спросил ее, зачем она это делает. Она ответила, потому что он пробудет здесь еще только год. Хорошо, что это не мой сын. У меня он бы очень быстро встал. Никаких жертв ради 17-летнего парня. Но если вы хотите иметь хороший брак, нужно идти на жертву, не так ли? Но почему-то в отношениях с Богом мы решили, раз Иисус заплатил за все, мы можем просто сидеть и киснуть, и у нас нет никакой ответственности перед Богом. И сегодня мы поговорим о том, из чего состоит наше поклонение. Почему нам нужно поклоняться? Что будет, если мы перестанем поклоняться Богу? Мы утратим связь с Ним, потому что Бог — Дух, а поклонение — это духовное действие. Это не телесное действие, не интеллектуальное. Вы не можете контролировать его исход. Мы любим все контролировать. В нашей церкви сотни докторов и ученых. Например, Блумфонтейн — очень образованный город. Там почти у каждого научная степень. Но очень часто людям сложно выйти за пределы интеллекта в духовное измерение, где вы соединяетесь с Богом. Вот почему ученые, с которыми мы активно сотрудничаем, посоветовали президенту. Кстати, у нас было 7 встреч с президентом. Мы советовали одно, а ученые советовали что-то другое. Из-за этого наши ученые хотели даже встретиться с правительственными учеными, потому что нарушения в духовной жизни человека приводят к нарушениям в человеке в целом. Вы духовное существо, и вы были созданы Богом для поклонения. Вы были созданы, чтобы познавать Бога и общаться с Ним, но не только в одиночку, но и с другими верующими. Исаия 43 глава, 7 стих говорит, «Каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил для славы своей». Скажите так, «Я был создан для славы Божией». Я был создан не просто для того, чтобы пережить COVID. Этот COVID может затянуться еще на 2-3 года. И как я уже много раз говорил, вы не найдете более безопасной среды, чем залы наших церквей. Поэтому можете воздать Богу хвалу за наших ученых и докторов, которые позаботились о том, чтобы в этом месте было безопаснее, чем в любом самолете, такси или магазине. Мы не собираемся рисковать вашей жизнью, но мы не позволим недуховным людям определять будущее церкви. Лучше поклоняться Богу. А сидеть в углу и бояться — это не приносит Богу славы. Если год назад вам было страшно, я это понимаю, но вы не можете бояться до сих пор.
Если у вас есть понимание, то страх должен уйти. Библия говорит: «Приобретайте мудрость и разум». Мы уже знаем, как действует этот вирус. И мы знаем, что он всего лишь один из многих вирусов, и мы не позволим ему определять наш уровень поклонения. Могу я услышать «Аминь»? Евангелие от Матфея, 4 глава, с 8 по 10 стих. Это история об искушении Иисуса. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему: «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Это очень важно. То, кому или чему мы поклоняемся, определяет наши ценности, наши стремления и нашу личность. А ваши стремления указывают на объект вашего поклонения. Кто-то поклоняется своей работе. Соломон — самый мудрый человек на земле. Вернее, второй по мудрости после Иисуса Христа. У него было все, но в конце жизни он сказал, что все это суета-сует. Именно он сказал: «Остается только одно — бойся Бога, поклоняйся Ему и выполняй Его волю». Это все, что нужно человеку. И вот дьявол приходит к Иисусу и говорит: «Я дам тебе успех и известность. Я сделаю тебя самым великим спортсменом в мире. Я отдам тебе весь этот мир. Я сделаю тебя царем. Я сделаю тебя политиком. Но есть одно условие. Перестань поклоняться живому Богу. А поклоняйся мне, поклоняйся изображению, которое установил Навуходоносор. Поклоняйся системе этого мира». Тогда Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи». Аминь. Поэтому вы должны воздавать хвалу только Господу вашему. «Отойди от меня, сатана». Когда Бог послал Моисея к фараону, там собрались все маги. Не хочу говорить, как они называются сегодня. Все они стояли у трона фараона со своими тактиками того, как оставить евреев в рабстве. Я чуть не сказал, кто эти люди сегодня, но я не хочу никого обижать, потому что некоторые из них смотрят нас сейчас по телевизору. Они контролируют климат церкви в ЮАР, а это безбожно. Люди, которые сегодня у власти, а завтра их там вообще не будет, принимают решение о будущем христианства. Скажите, вас это устраивает? И вот Бог посылает Моисея к тем колдунам. Ох, как мне хочется это сказать. Слава Богу за освященный разум, иначе я бы уже давно это сказал. Бог сказал: «Иди к фараону и скажи ему и всем его магам, чтобы они отпустили мой народ». Они контролировали народ Божий с помощью знаний, фактов, запугиваний и манипуляций. Затем вмешался Бог. Также Бог придет на эту землю и разобьет сатане голову, и царство этого мира станет царством нашего Господа. Христос будет царствовать вечно, и там будет величайшая слава, которую еще не видел этот мир. Во имя Иисуса это будет великая слава. Аминь. Женщине у колодца в Самарии, она была грешницей, у нее было 5 мужей. Может, они умерли, а может, она их отравила, или они развелись, не знаю. Библия об этом умалчивает, но к ней приходит Иисус, и она вдруг становится очень религиозной. И вот что ей сказал сам Иисус, это Евангелие от Иоанна, 4 глава, 23 стих. «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и в истине». Что же это означает? Вам нужна личная встреча с Иисусом. Вы не можете служить Ему через традиции, через религию или через свою культуру. Вы должны служить Ему от себя. Вам нужно пережить встречу с Богом.
осознать, что есть Бог, который спас вас. Бог спас вас. А кровь Иисуса омыла вас. А имя Иисуса — это ваш доступ в небеса. Вот что вам нужно понимать, что ни ваши предки, ни ваши традиции, ни ваши святые, никакое другое имя под небом не может спасти вас. Вот о чем говорит Иисус. А затем она заговорила о приходе Мессии, но об этом чуть позже. Как только вы имеете откровение об Иисусе, никакой человек в этом мире не сможет контролировать вас или запугать. Как только вы увидите, кто такой Иисус, как только вы влюбитесь в Иисуса, как только вы ощутите на себе любовь Христа, это именно та жертва, о которой я говорю. Иисус пошел ради нас на жертву, и мы должны любить Его так же жертвенно. Поэтому восклицайте Ему: «Что может смыть мой грех? Ничто, но только кровь Иисуса. Что может сделать меня святым? Ничто, но только кровь Иисуса». Аллилуйя! Иисус заплатил высокую цену 2000 лет назад. Сегодня, как никогда, люди нуждаются в Евангелии. Я хочу, чтобы вы сейчас закрыли глаза. Склоните головы. Я обращаюсь к людям в этом зале, к тем, кто смотрит нас по телевизору. Бог побуждает вас вернуться к поклонению. А может, Бог побуждает вас открыть свое сердце именно для поклонения Ему. Возможно, за это время ваша любовь охладела. Библия предупреждает нас об этом. Она говорит, что любовь многих охладеет, сердца людей охладеют. Иисус обращается к церкви. Он говорит: «Вы не горячие и не холодные, вы стали теплыми». Когда мы начинаем снова поклоняться Богу, то наша температура становится такой, как на небесах. А вы спросите: «Пастор, что же мне делать?» А вам нужно бежать к Иисусу. Закройте свои глаза и склоните головы. Если вы чувствуете в своем сердце, что Бог обращается к вам, просто подчинитесь. С этого все и начинается. 2000 лет назад Иисус подчинился на кресте, и теперь вам лишь нужно подчинить Ему свою жизнь в ответ. Если вы считаете, что вам нужно новое начало с Богом, или вы готовы подчинить свою жизнь Иисусу, если вы думаете об этом, если это желание есть в вашем сердце, то поднимите руку вверх, я буду молиться за вас. Поднимайте смелее, давайте. Очень важно, чтобы вы ответили на приглашение небес. Поднимайте руку. Поднимайте. Смелее. Пусть Бог благословит вас. А теперь положите руку на сердце и просто повторяйте за мною. Скажите: «Господь Иисус, сегодня я отдаю себя Тебе. Я все отдаю Тебе. Я открываю мое сердце и приглашаю Тебя стать моим Господом и Спасителем. Я верю, что Ты умер за мои грехи и воскрес во имя Господа Иисуса Христа». Аминь, аллилуйя. Что может вернуть мне мир?